Главное – доказать свое интеллектуальное превосходство над соперником. В Кирове стартовал очередной турнир по шахматам среди юношей и девушек. В клуб «Ладья» побороться за звание лучшего шахматиста в своей возрастной группе съехались 100 игроков. На этот раз в Кирове проходит турнир по классическим шахматам. Наиболее сильны в этом виде шахмат игроки из Кирова, Слободского, Уржумского, Вязкополянского, Кирово-Чепецкого районов. И все приехали на турнир. Играть юноши и девушки будут по швейцарской системе. То есть по ходу соревнований соперники выбираются в зависимости от очков путем компьютерной жеребьевки. Если бы участников было меньше, всем шахматистам пришлось бы играть друг с другом по мере выбывания. Как считают организаторы, такое большое количество участников говорит о том, что шахматы популярны среди подрастающего поколения. Интерес к шахматам у нас, да, сохраняется. У нас еще не пришли самые маленькие, они завтра будут участвовать, 2009 год и моложе. И в настоящее время у нас ровно 100 человек вот здесь вот находится в зале на втором этаже. Я думаю, им нравится сам характер борьбы, то, что они пытаются доказать, что их интеллект выше, чем у соперника. То есть дух соперничества развит.